Привет, негодники и непоседы! Осторожно, ибо в этом видео есть мат и алкоголь, и это плохо. Если вас это оскорбляет или вы малыш-карапуз, выключите это видео. Остальным внимание! Как вы уже знаете, наши амасевижные друзья, этот выпуск ЗБС последний. Да-да, все хорошее когда-то заканчивается. Настюшка и ее прекрасная звездная гостья начали провожать наше балдежное шоу еще до начала съемки. Шампусик вскружил девчонкам голову, поэтому выпуск получился пьяненьким. Хотя, каким еще он мог получиться? Приятного просмотра! Кстати, и вам советуем бокальчик при просмотре, чтобы быть, так сказать, на одной волне. Звук поставим на всю, и соседи не спят, под нами внизу, простите. За знакомство, получается, что да. За новогоднее настроение. И за окончание ЗБС-шоу. Да, за яркое окончание ЗБС-шоу. 100%. За твою красоту. За твою красоту. За нашу дружбу. За нашу дружбу. За женскую силу. Это точно. Да за то, чтобы ты проиграла сегодня к хуям собачьим. Окей. Дорогие друзья, всем привет! Это ЗБС-шоу, и в гостях у нас Клава Кока! Вы ждали, вы дождались, я знаю, писали, просили, ставили хэштеги, подписывали петиции, в общем, делали все возможное для того, чтобы Клавочка к нам пришла. И она пришла, и я посчитала, что это будет вишенка на торте, потому что это последний выпуск, он не крайний, он последний, и лучше гостя, лучше кандидатуры я ей представить не могла, поэтому Клава Кока! Певица, да? Нет. Окей. Правила объяснять не буду, в пизду. Меня это все заебало. Ой, у нас стол двигается. В описании чекните. Давай, кто крутит? Ну, в смысле, на камень нужно. А какой смысл игры? То есть, там какое задание? А! Ты должна показать. Я уже такая, все, разбирайте, выносите все реквизиты, нам уже все равно. Давай в конце. В конце. Уверена? Да. Не, ну давай. Нет. Давай в начале. Нет, в конце. Там жестко? Ты знаешь о том? А, да. Че, и че, как? Ты бы хотела выполнить? Я бы хотела выполнить, но не хотела бы его в нем, ну, типа, нет, я бы хотела его, я бы хотела, чтобы... Так, что ты хочешь? Питер Ханке. Я хочу, чтобы ты была проигравшей, я бы его выполнила в отношении тебя. Так, все, давай, камень, ножницы, бумага. Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два. И колодец, тоже. Все, ты проиграла. Ты выполняешь, ты крутишь. Почему, если ты проиграла? Это мое шоу. Кто проигрывает, тот крутит, да? Или кто выигрывает, тот крутит? Да пофиг. Мы не знаем. Мы за 10 выпусков так и не поняли. Что нужно крутить? Подожди, подожди, а как крутить? Глупышка. Понимаешь, почему я делала? Кстати, оцените мой образ от 1 до 10. Смотри. 100. А шарик вот так вот делаешь. Так. И вот это крутишь. Окей. Так, а кто, получается, выполняет? 11. У нас сразу бухать. Звук поставим на всю, и соседи не спят, а подарок не зовут, простите меня. Так. Так, давай. Коваль уже там. А потом, алю. 4 на 4, кристалл. Это ты что, в 11? Окей. Всем привет, Настюха, привет, привет, звездный гость. У нас есть для вас новый челлендж, он называется 4 на 4. Что, давай, мы делаем ставки. Кстати, дорогие мои хорошие, здесь стоит банка, которую мы, Клавочка моя хорошая, в этом выпуске... Так, много. Разыграем. Тут очень много денег. Тут больше 300 тысяч рублей. И мы с тобой в конце этого выпуска разыграем эти денежки среди лучших челленджей. Я потом все объясню, но, короче, это просто шедевр. Окей. Я даю 5 тысяч. Я даю 10. Ну, тогда либо... выполняй. Bitch. I'm a bitch. I'm a boss. Savage. А, ну, или так. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a savage. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a savage. Хорошо, я даю... Ладно, выполняй. Но! Но! Смотри, в чем прикол? Если здесь стоит знак коктейль, коктейль, мы выпиваем с тобой together. Хорошо. And ever. Let's go. С новым наступающим 2021 годом. Угу. Ты все будешь пить? Давай.
Долго еще ждать? Ну, подожди, я не могу так быстро. Просто открой гортань широко. Неужели ты этого не делала ни разу? Делал. Ну вот. Видишь? Смотрим челлендж. Для этого вам понадобятся пластиковые стаканчики и пинг-понговые шарики. Лосить 4 попытки, чтобы попасть этими шариками в 4 стаканчика. Это легко. Кстати, я челленджи не видела до этого. Чтобы ты понимала, я их тоже не отсматривала. Чего? А как бы у меня вот сейчас это состояние в голове происходит после выпитого бокальчика. Попробуй повторить. Вообще, это блин, вообще жестко. Давай. Клево так. Как она это сделала? Как? Просто. Второй пошел. Давай. Начинаем. Ты видела? Просто. Блин. Попала же? Да, ну не в то. А нельзя так не считается? Во имя... Сука! Надо всем так делать! Давайте все так делать, когда она попадает. Начинается на О, кончается. Нереально. Никто не мог поверить. Даже я не могла. С 3 попыток. Офигеть. Бич. Это круто. Клав, ну что, с тебя десятка? А я даю. Да, я же выиграла. Типа я тебе даю 10. Да. Держи. Итак, дорогие друзья, 10 тысяч рублей отправляются в банк ЗБС Шоу. Это говорит о том, что денег стало там больше, а значит, победитель будет еще счастливее. Теперь я кручу. Давай. Опять коктейль. Опять бухаю. Да. Почему голубой? Яичко называется. Клиентус, звездный гостиентус, на связи мисс Джонни Рой, чем 19 лет. Я зачем? Мне приснился. Да. Настюшка Опасность рассказала мне про него в моем сне. Тише, тише, тише. В общем, это судьба, смотрим. Воу, 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 воу. Так, давай, ну... я начинаю. Давай. 10 тысяч. 15 тысяч. Выполняй. Хорошо. Так, это что, на яйцо поставил? У меня аллергия на яйца. Надеюсь, ты не здесь будешь я не буду его есть. Играть. Что она делает? Тем более, ладно. Так, она е... А, что? А, что она делает, как будто? Удачи. Ого, Фарминджан, да ты в отличной форме. Слушай, ты так похудел, живота вообще не осталось. Да я не худел. Ты сейчас так исчезнешь, братишка, на, держи за старание. Да я не худел. Приятного аппетита. Да не худел я! Мы давно голос-то повышаем на начальство. Жри давай. Это что такое, господи? Что же это такое? Это что такое? Это же божество! Великолепие! Это же красота! Девочка моя, ты превзошла сама себя. А знаешь, что это значит? Премия. Да-да, ты не ослышалась. Премия. 500 тысяч рублей. Ну что, дружочек, я уже вижу нас во всех первых местах и трендах ютубчика. Какие кадры, уже звук сводится, программа будет просто высший класс. Да, погоди, еще ничего не сняли, не смонтировали до конца. Ну так еще снимите. Не готово. Ну так снимите. Смонтируйте же, а? Держи, вот тебе ключи от моего гелика. Гоняй месяц. Хочешь два, хочешь мне? Три. Мне? Конечно.
Ты, Настюк, я вообще «Маму отличника» смотрел тут. Брат, Витал, что происходит? Мне вот гелик перепал. Ребята из соседнего офиса приходят, делают вид, что с нами работают. Настя всем подарки дарит. Что с ней? Так понятно. Настя квартиру выгодно продала. По выгодным условиям через приложение «Циан». Не просто продала, а за один день продала. В приложении «Циан» вообще все суперудобно. Сперва искусственный интеллект определил цену моей квартиры и подсказал, что я смогу быстро продать. Там огромный охват и простых пользователей, и профессиональных риэлторов. Так что это просто лучшее приложение. Устанавливаем, господа, устанавливаем. А я про ипотеку думал. Так приложение «Циан» тебе ее рассчитает и предложит варианты. А снять можно? И снять. И сдать. Давайте мы программку сейчас отпишем, и я приглашаю вас в ресторан. Какой-какой! Так, и типа надо вот так, да? Вау. И типа, и что нужно балансировать? Пластик. Окей, давай. Такая худенькая. Так, я стою. Давайте поддержим Клаву. Ну я балла... Спасибо за поддержку, ребят. Прогоните бомжа, он случайно зашел. Вы можете меня нормально поддержать? Третья попытка. Клава, сначала стабилизируйся, потом кидай. Клава, Клава, давай. Куда я, сучка? Ой, как неловко получилось, как жаль, как жаль. Смотри, это неплохо, Я, получается, 15 тысяч проиграла. Да, но ты не проиграла, ты дала возможность нашему дорогому зрителю, который это постарался вот выиграть, конечно. Девочка, я тебя поздравляю. Это же прекрасно, потому что Ирина, 19 лет, в город Минск, выиграла 15 тысяч рублей. Да. Минск, это же прекрасно. Это супер. Да. Тогда я не расстраиваюсь. Ты крути. Окей. 5. Ведро шарик. Привет, меня зовут Элина, мне 22 года, я из Харькова, и я вам приготовила челлендж «Ведро шарик». Хорошо, давай я ставлю питон. Я ставлю 20 тысяч, пора повышать градус этой вечеринки. Так, если ты ставишь 20 тысяч, тогда ты выполняешь. Сука. Ну ладно. Звук поставим. На всю. Блин, ну эти ребята сейчас скажут, нихуя себе мы так поднялись. Да. Горишь огнем, горишь огнем. Все мои раны, твои награды. Ребят, если вы хотите фит, пишите в комментариях. Мне кажется, мы идеально сочетаемся. А мне кажется, я вообще созрела для музыки. Да? Угу. Ну все, пишем фит. У меня есть как раз таки песня для тебя. Так, что мы поставили? 20 так, тысяч. Ты что работаешь, да? А выпей, пожалуйста, хоть что-нибудь уже, блядь. А ты? Ой. Смотрим. Для челленджа потребуется 5-литровое ведро. Я хочу воды. Теннисный шарик. И стул. Обычный стул. В общем, полотенце. Оно немножечко пригодится. Шарик нужно взять ногами и его закинуть в ведро. О, супер, я как раз могу, блядь, это сделать прямо сейчас. Мне кажется, это прикольно. Дальше. Чего? Чего? Четко было. Давай, Настюха. Давай, давай. Ты сможешь. Давай. И поехали. Вы видели, я старалась. Эти прекрасные денежки улетают. Лина, 22 года. Поздравляем. Элиночка. Я кручу? Да, получается, да. Пойдет. В эту сторону крутим, да? Вот так. Да в любую. Ой, он у меня упал на 2 и на электрошокеры. Гопник Про. Привет, Настюшка, опасность.
Привет, звездный гость. Здорово. Меня зовут Анна. Я ставлю 15 тысяч рублей. А я могу сказать, типа, все, выполняю? Можешь. Юль. Наташа. Наташа Ивлеева. Юль, ставим больше или нет? Ты же теперь моя лучшая подружка. Посоветуй мне, пожалуйста. Нужно ставить? Хорошо, я ставлю 20. 25 ставим. Моя лучшая подружка говна не посоветует. Выполни. Хорошо, 25 тысяч, гопник про, давай. Выполняю. Электрошокер у нас там, да? Тебя люблю, на виду у себя так будто мне плохо. Поставим на всю, блядь, и соседи не спят. Потому что я люблю тебя. Давайте, друзья, посмотрим. Я только вы люблю пить пивко, но и про спорт не забываю. Предлагаю вам выполнить мой челлендж под названием «Гопник Про». Все, что вам нужно, прыгнуть больше, чем я, за 10 секунд. Поехали. Сколько надо сделать? Двадцать три раза. Это мое любимое число. И у тебя еще будет электрошокер. Блин, говно. Ну, чтоб не упал. А это для собак или для человека? Да, для собак. А какая-то мощность? А тут написано мощность? Минимальная. Не, реально. Максимальная. А кто ставит мощность? Я. Блин. Давай. Сорян, но клянусь, у меня как бы... Мне никогда в жизни никто не давал свои носки. Два. Один. Нет, это не то. 30. Что ты делаешь? 40. 40 раз. Да какой 40 раз? Отвечаю. 43. 43. Она, еще раз, посмотри, как она подпрыгивает. Какая разница? Смотри, как она подпрыгивает. Какая разница? Она делает вот так. Задача смотри. Прыгнуть. Она делает вот так. Ты делаешь так, вот задача так. Прыгнуть никак. Нет. Ты как будто на драндулете едешь, блядь, в соседнюю деревню за пивом просто к батьку. Два, один, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Да в смысле? Поехали. Ай, бля! 25 тысяч рублей отправляются гопнику Ане. Почему? В Благовещенске 25 тысяч. Иди жопу, нет. Девочка моя. Все. Нет, все, это не считается. Я кручу. Так, два было. О, идет 7. Коктейли. Водичка в бутылочке, слава богу. Друзья и участники самого лучшего шоу. Меня зовут Денис, мне 12 лет, я из города Нягань. Мой текст называется... Водичка в бутылочке. 15 ставлю. Мне не жалко, он классный. Я ставлю 20 тысяч. Ставлю 25. Ну и выполняй. Для этого вам понадобится бутылка воды полная, мандарины ложка. Для суть челленджа ложку положить в рот, а мандарин что-то положить мне подсказывает, что мне пизда будет. И пройти на бутылке 3 метра без касания ног. То, что нужно! Поскорее бы! Давайте сразу скинемся мне на новый нос. И на пластическую операцию, пожалуйста. Это будет подарок на Новый год. У нас здесь коктейль. Я готова балансировать. Давай, Настя. Давай! Ай, молодец. Блин, ну хоть так усложнять. Я могу просто пройтись на бутылке без мандарина. Подожди, стоп. Давайте начнем с того, что это мое шоу. И правила могут меняться. Клав, вот как ты считаешь? Я считаю, что правила не могут меняться. Он ребенок, да, он легче. Давайте начнем с того, давай, что он честно легче. Игра, в смысле? Говорит, пацану предъявлять малому. Давай! Ты беспощадна, когда
Ты без пощады! Да это нереально, блин. Вы большой мандарин мне принесли, блин. И он маленький. Как можно брать такие челленджи? Давайте сделаем так. Давайте найдем компромисс. Половина мандаринки и полтора метра. И скидка. И полтора метра. Потому что он, а, маленький, б, худой. И целовки. Целовки? Клав, ну скажи. Давай, делай. Ты сможешь. Давай шокер тебе повесим. Давай, делай. Давай. Ладно, все. Не надо шокер, я точно? Сделаю. Давай, да, ты сможешь. Ты смотри, ты я сможешь. Докажу. Я ничего. Докажу, что неважно, сколько тебе лет. Какого размера у тебя мандарин? Как долго тебе нужно пройти? Ты сделаешь это, если захочешь. Ты беспощадна, когда нарядна. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. 25 тысяч рублей отправляются 12-летнему нашему Денису. Да, поздравляем. Денис, ты молодец. Маленький, молодой, ловкий Денис. Летающий тапок. Привет, Настюшка, опасность, тебе из города Омска. Мы твои фанатки, Даша и Алина, и мы подготовили для вас челлендж, который называется «Летающий тапок». Ну, прикольно. Прикольно, жестко. Я люблю тапки и летающие все. Я люблю тапки и все летающее, поэтому... Я ставлю 5000. Давай, я... 10. Я выполню это за 20 тысяч. Давай. Я выполню за 25 тысяч. За 30. Так, я выполню за 35. Выполняй. Давай. Ну ладно, 35 тысяч во имя Юлечки я ставлю. Даже 40 поставлю для тебя. Даже для тебя не держу. Все ставлю на тебя. 50 тысяч для тебя. 50 тысяч рублей? Ну ладно, нет, давай 40. Нет, 50. Хорошо, все. 50 тысяч для Юли. Она 50 тысяч для Юли, давай. Итак, чтобы выполнить наш челлендж, вам понадобится обычный тапок и помощь друга. Как правильно выполнить тапок, сколько мы не друзья? Вы можете увидеть на нашем видео. Желаем удачи. Че? Все, что вам нужно сделать, это перебросить тапок с ноги на ногу. Стоп, 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 стоп. Поскольку это финальное шоу, это финальная программа в этом сезоне, и ЗБС больше не будет, я на правах владелицы этого всего мероприятия хочу сделать небольшие изменения. Нет. Не беспокойся, девочка, к тебе никаких претензий. Нет. А вот друг, который тебе будет помогать, здесь уже другой вопрос. Нет, так нечестно. Нет, все честно. С Новым годом. С новым счастьем. С новым... С новой 2021 подружкой. 2021 года. Ай! Поставим на всю. Не спят, кто под нами внизу. Простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя. Это юность моя. Нет! 2, 1. Так. Блять. Ну, попробуй нежнее, нежнее, типа. Сейчас. Прям вообще так аккуратно. А сколько у нас попыток? Последняя. Одна. Класс. На самом деле, это, по-моему, самый большой выигрыш, да, у нас? Аплодисменты. Раз, два, три, четыре. 50 тысяч рублей. У нас выигрывает летающий тапок. Даша и Алина из Омска, я вас поздравляю. Мы сделали все челленджи, я поздравляю тебя. Спасибо. У тебя появилась новая лучшая подружка. И, к сожалению, для тебя ты подруги выполняешь главное дороже наказание. Денег. Да, 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 да. Главное наказание заключается в том, что проигравший встает у этой стены и 10 секунд должен уворачиваться от... красочного огня. Ты серьезно? Угу. Сейчас Клава выйдет, тогда начинаем. Клава выйдет! За какую? И начинаем отчет! 3, 2, 1, поехали! 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все, встаем, хватит ныть. Поскольку ты еще маленькая девочка, ты еще юная, у тебя еще все впереди. Ты талантливая. На своем опыте могу тебе сказать, выбирай друзей тщательнее. Это было ЗБС-шоу. Всем спасибо. Это был классный проект, классный сезон. Мы вас любим. Друзья, вот и подошел финал, итог и конец. Все они постучались в наши двери, сказали: «Ай, разыгрывай все бабки, которые есть в этой банге». А, банге. Банге. А мы не против. А тут на графике написано, сколько денег в этой банке. Да. Ну, извините, невозможно и деньги считать, и программу вести. Вести, да. Вот, приблизительно 380 тысяч. Мы смастерили из говна и палок вот такую вот прекрасную, массевичную, как это называется? Коробочку. Бурежную коробочку, да. Поле чудес. Да. Клава, здесь все наши гости, их было 9 человек до тебя, выбрали самый любимый челлендж. По их мнению, то есть за всю программу. Вот. Мне кажется, что самый лучший челлендж из моей программы, который мы делали вместе с Настей Ивлеевой, это челлендж с завязанными глазами. На шоу у Насти мне больше всего понравился челлендж, когда я разбивал об голову яйца. Мне понравились ее комишки, потому что это было весело и всрато. Я люблю все всрато. Я люблю эту передачу. Она всратая. В хорошем смысле этого слова. Люблю вас. Какой челлендж мне понравился больше всего? Скорее всего, это челлендж со стаканчиками. Во-первых, потому что были живые эмоции, а во-вторых, я давным-давно хотела повторить этот челлендж. Приз за лучший челлендж в ЗБС я отдам, конечно же, Питер Ханкин. Челлендж я выбираю. Устоять на туалетной бумаге. Всем пока! С вами был Витя Ака. И хочу сказать, что мне безумно понравился челлендж, где Настя должна была пройти 5 метров на большом мяче. В выпуске ЗБС-шоу со мной. Мне понравился челлендж алкоцапля. Он был такой самый интересный для меня. Ну и мы хотим выбрать челлендж, который нам наибольше понравился, который мы, конечно же, проиграли. Это был челлендж, когда нам было лучок на вилочку. Это самый лучший челлендж. Мы, конечно, обосрались. И ты выбираешь своего любимчика. Ну, конечно же, я выбираю челлендж, на который я поставила все свои бабки, всю свою боль, свое сердце. Это челлендж с Юлией Коваль, летающий тапок. Короче, Клава выбрала челлендж летающий тапок. Мы его закидываем сюда. Но смотри, они проверили то, что там написано летающий тапок, но нихуя не срастили. Подожди, блять, это можно вот так сделать. А. Просто можно открыть. Кручу? Давай. Давай. Все, можешь открывать. Дискотека Авария, лук на вилках, Саша и Яна, 15 и 12 лет. Да-да, в это сложно поверить, особенно если ты в таком состоянии, как Настюшка. Но мальцы из Амурской области, Яна и Саша, забирают 380 тысяч рублей. А если точнее, то их матушка или батя, а там уж пусть сами разбираются. Челлендж «Лук на вилках», который номинировала группа «Дискотека Авария». Принимайте наши аплодисменты. Спасибо вам большое за просмотры, за лайки, за комментарии. Это был абсолютный эксперимент. Это было классно, это было задорно, это было весело, это было
по-новому. Грустно. Это было грустно. Да, это было по-разному, черт возьми. И спасибо огромное всем гостям, которые пришли на ЗБС. И спасибо Клаве, которая пришла и завершила всю эту вакханалию своим фееричным, просто невероятным, амасевежным присутствием. Поклопаем! Спасибо, дорогая. Спасибо тебе большое. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Да позови меня на Если ты не в курсе, мы сегодня снимаем последний выпуск ЗБС-шоу. Все, эпоха мировое шоу закончилась! Приятно закрыть шоу. Надо сделать это легендарно, эпохально. Чай? А там просто девочки пьют шампанское. То есть будет очень весело. В 21 году разъебем с новой силой. За вас, мои хорошие. Косарей нет, то есть придется по-крупному играть, да? Ты куда? Писать. Ребята, пишите в комментариях, кто будет сать дольше, Настюха Ивлеева или Клава Кока. Погнали проверять. Мы разыгрывали билеты на ЗБС-шоу. Вика решила, что она хочет приехать и посмотреть. Мы привезли эту маленькую девочку, ей 18 лет. И вот она сегодня будет смотреть на Клаву Коку, на меня и как снимается ЗБС. Так что приятного тебе просмотра. Спасибо. Вот это все реально. Это не наебка, блядь. Слышишь это? Как будто бы небеса запели. Пипец, серьезно? Либо никто, это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж. Клава! Да.